Ева? Ева. Адама нет в зале? Адама нет в зале. А, знаешь, сколько Адама. Ева, найдешь себе пару Адамов сегодня точно. Так, есть у нас 4 участника. Все, ладно, чтобы далеко не тянуть, держи. Не бей, держи, смотри на него. Мы будем проверять ваши сверхспособности, на самом деле. Если вы думаете, что я запомнил, как вас зовут, то да, я запомнил вас немного. Ладно. Итак, не бейте. Нет, поворачивайтесь лицом к залу. Ева, работай, за место. Все, вот да, стоят под сценой. Боже, эта девушка меня преследует. Итак, ладно, объясняю условия. Очень быстро, очень просто. Кто быстрее выпьет бокал пива? Стоп, тихо! Тихо. По моей команде, естественно. Кто быстрее выпьет бокал пива, тот и получит бокал. Все просто, очень легко, на самом деле очень сложно было выбрать желающих. Вот, поняли все, да? Желательно, как можно меньше, естественно, пролить на себя, на кого-нибудь, то есть выпить надо. Вот, кто первый выпивает, я вот отсюда сразу вижу, говорю, вот он выпил, можете не допивать. Ну, можете допивать, но не так быстро, ну, как кому больше нравится. Готовы? Поняли? Все поняли. Стоп, тихо, я еще не сказал, что настроение. Вот так вот взяли бокал. Все, чтобы было по-честному. Глеб, не стесняйся, выпьем руку. Нормально, вот, да, все. Итак, Ева. Вот. Дима, готов? Дима, готов? Итак, на счет три, когда я скажу. Я не буду говорить там, типа, 13. Ну, вот так просто. Раз, два, три, поехали! Девушка быстрее даже Александра выпила пива, но это уже особо не важно. Давайте возвращаем. Ты можешь забрать с собой допить. Если не хочешь, можешь отдать. Можешь отдать кому-нибудь из друзей. Итак, Глеб, стой здесь. Спасибо всем участникам, Глеб.